Привет всем подписчикам Edge Game, с вами Ice Rock, я играю на Star Citizen Wanted. Я в прошлом выпуске прошел 4 гонки, 1 милю. Следующий у нас на пути кейс. Ну, мне осталось еще пройти 3 гонки и 4 мили. Ну, начнем как обычно с гонок. Кто у нас тут? Так, в прошлом выпуске прошел спринт, толбут, круг, еще один спринт и все. Да. Так, радар у нас остался на вылет, толбут, круг. Сразу вот этот толбут. Старт не удался, но ничего. У нас случилось, я вам не рассказал сейчас, проблема у Фани. Фух, как бы немного сломался компьютер, так что он будет выпускать видео, но очень нередко, так что в основном видео все лежит на мне, что вот такие дела. Менты. Так что вот так. Первый я прошел. Пост. Вот этот первый менты будут мешать мне всю игру. Бля! Так, так. Да, это канаёк какой-то. Так, смотри, что будет за поворотом. Такой тип вам попадается каждый раз, просто я крашу машину, наивный компьютер. Остается 15% и 30 секунд. Успею. Должен успевать. Да, успеваем. И теперь у нас погоня. Ну, погнали. Да,
Так. Постараюсь заблокировать ему ход. Думаю, он остановится. Восемь, шесть блокировки, я что не помню задание. Еще одно. Все наши разбиты, я один. Есть кто-нибудь рядом? Держитесь, я чуть позади. Меня тоже выбежите, буду через 2 минуты. Парочки уже нету, еще с вас. Ну, короче, нужно еще 15 тысяч. Пройдем одно событие на все нужно 4, там пару ударочков. Оп, и все. 43 тысячи. 7 тысяч. Второй третий уровень даже стоило. Чувствую, как он жареный. Да, хорошо я. Ура, давай,
заградила уже это, что это за дичь? И давайте маневрировать. Втирать мне какую-то дичь, как то. Где тебе, давай. Что? Ляулю. Ой, кто тут три? Ой, так. Как бы все. Диспетчер, у нас такой же машина, ждите. Итого еще 85 тысяч. Пойдет. А, понятно. Время 1300, да? Зашел. Нужно 1600, еще нужно 30 тысяч. Так, события. Проходим радары. Все 8 километров в час ехать. Медленно, пиздец, как ебануться. Так, 142, тут 101. Ух, это сложно. Ну попробуем. А, ну все понятно. Ёбаная дичь виснет. Есть. 118. Так. Один пройден. Второй. Тут нужно 142. Тут все спокойно. Есть. Так, у мили я уже прошел. Но все равно нужно время. Тут уже 98 полицейских блокировок уедет от преследования машины. Так, и тут набирать 45 тысяч. Да хера, однако. И надо попробовать это. Погнали. И, блядь, куда я поехал? Продолжает
так. Блять, почти успел, сука. Ну ладно, гоночки. Вот. На вылет. Сыграть на вылет, ладно. Погнали. Через вокзал, как обычно. Блять, поворот, сука! Сейчас меня облепошат все. Съебали! Все, кто второй меня устроит. Первый круг я проехал. Я лидер. Ну, как обычно. Опять не везет. Thank you.
последний круг я остался один на один. С кем я там остался? С Смитом. Бля, меня заносит. Так, Смит, Смит, спокойно, не гони. Блять, ебать. Вот и все. Пиздец, приплыли. А хотя... Ещё ехать, доехать. Ну, посмотрим. Молодец, Смит. Почему так финишная прямая? Ну не прямая, она на короткая. Ну да, я выиграл. Так, 10 штук в кармане. Так, победа. Сколько у меня еще побед осталось? Одна. И сколько у меня там? 400, еще 200 тысяч. Ну, чтоб этот выпуск сильно большим не был, я одну гоночку с Райтом наберу 200 тысяч, пожалуйста, в следующем выпуске. Кому понравился этот выпуск, ставьте лайк. Я думаю, понравился многим. Подписывайтесь на наш канал. Скоро будет прохождение других игр, когда я пройду Most Wanted и Alan Wake. Также на нашем выпуске будет раз в 3 дня, даже раз в 4, может раз в 3, но в зависимости как будете смотреть, буду ходить CS 1.6, скоро будет Global Offensive, но это ближе к зиме. Так что, с вами был Астрок, всем пока.